Вот вам памятка о том, что необходимо соблюдать элементарные требования пожарной безопасности. Спасибо, серьезно. Не допустить пожаров. Юлия Потапенкова рассказывает, живет в этом доме с детства. Когда она была ребенком, случился пожар. Сгорела баня, которую топили дровами. Тогда пожарные сработали оперативно. Пламя на дом не перекинулось. С тех пор Юлия тщательно следит за пожарной безопасностью в доме и на участке. Ну, конечно, все проверяем, чтобы все было выключено, особенно когда зимой включены какие-то приборы отопительные. Там, ну, проверяешь вот эту у вилок, чтобы они были, не перегревались. Ну, у нас проводка вся новая, мы все поменяли буквально вот там 2 года назад. Сотрудники МЧС ежедневно выполняют профилактические мероприятия для снижения пожаров в частных секторах. Проводят инструктаж жителей, вручают памятки о пожарной безопасности, напоминают о своевременной чистке дымохода. Проверяют соблюдение пожарной дистанции вокруг газового котла. Она должна быть не менее 70 сантиметров. На территории городского округа Самара по состоянию на 12 марта 2021 года зарегистрировано 226 пожаров, что по сравнению с аналогичным периодом идет уменьшение на 63 случая. Однако, к сожалению, количество погибших на данных пожарах увеличилось по сравнению с прошлым годом на 8 человек. МЧС напоминает, что нельзя складировать горящие материалы, мебель и одежду рядом с отопительными котлами, проверять целостность отопительных приборов, не разводить огонь на территории участка. Ольга Хамракулова, Никита Колосов, Николай Епифанов. События.